Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась. Не то, что применение ядерного оружия недопустимо. Это еще и потому, что это же рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как Соединенные Штаты Америки. Поэтому это и поэтому еще недопустимо. Но и недопустимо, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать, и мы улетим неизвестно куда. –